Я сыграл две, и в одну построил сал. Добавьте на двойку. В другой вообще строил или домонос? В другой строил Дахлю. Молодец, молодец. Давайте 3 на 4. Как говорится, один раз и водолаз, один раз саву можно построить. В смысле, паука нам всех челов убил? Что, думаешь, 3 на 4? Какую карту ставишь? Ну, можешь меня с агентом поменять. Ты хочешь против нас четверых хуярить? Да. Ну, в общем-то, мы могли бы... мы уже проиграли. Да-да-да, если буду в одной команде Алексей, я и Ларкас, считай, что вы просто, вы сразу унижены, просто. Не знаю. Нет, Ларкас. Давайте я тогда с Ларкасом буду, я сейчас не хочу с нубами играть. Сейчас. Не, ну вас же четверо, на одного игрока больше. Нет, ты немножко не так. Ларкас должен быть в команде, где три. А ну, давайте да. На четыре команды поделимся. Кому-то бот отдадим опять. Короче, давайте, пройдем, пожалуйста. Ларкаса ко мне и Колосса, и вы будете вчетвером. По крайней мере, я первый. Ну да, так лучше будет. Ну, Колосса где-нибудь между нами воткнем. Кого? Кого? Нас. Между нас. Кого? Куда? Вы же можете перемещаться, не? Агент. Ну давай, попробуй взять его штурмом. Шо? А, окей. Так? И вали влево. Эй, а попробуй-ка это. Можем я спал. Уверена, что на этой карте? Нет, я же говорю, какую карту. А карта у всех скачана? Это... Если бы она не была скачана, ты бы не зашел. А, она какая-то спатчена. Это стандартная карта. Да, вот. Крош не захайлайт. Да, да. А есть еще мои карты. Какие твои карты? У тебя их, видимо, нет. Давайте, короче, эту с кратером. Давай, что-то. С перелетом, которая. Шо? Кто произнес слово кратер, а? Ну, если что, все эту карту ненавидят. Ну да. Не, ну у него нету карты, как бы. Ставь шоу. Это? А, да. Да. Есть. А, у него есть? Не в ту команду полез. У меня вообще какая-то такая есть. Поставь кратер. Да, поставь кратер. Здесь будет... Как скажешь. Че, мы сверху или нет? Так, кто-то забыл агент. Все, все, молодцы. Все, по комнатам раскидываем. Сейчас, еще. Блять. Агент давил Ларкаса. Он не задавит. Это слишком тяжело. Давить Ларкаса. Так, чё? Пацаны, делаем ставки. Не, ну мне кажется, мы просвет. Я вам вряд ли буду помогать. Господа, я попробую записать на видео. А твоя страховка предусматривает нападение гигантского робота. Мне это кажется, всегда зрители ранили. И обычно это вы. Ну, кому-то нужно пойти в центр. Ну, просто у нас нет таких сильных игроков, которые могли бы тащить. Я в центр не иду, сразу говорю. Я пойду в центр по-любому. Да, давай. Посмотрим, кто чуть ближе к центру. Это тот и к центру. Не тот, кто-то с краю, а типа. Ген, ты стал за Котов играть? Ну, а сейчас хочу прокачаться за Котов. Алексей, ебаш, как в последний раз. Последний раз уже было где-то месяц. Больше. Я образно говорю. Долго грузит. Шака. Это просто игра охуевает от такого количества игроков. Я так помню, на старом компе грузило. Кстати, да. Войт, а ты как вообще играешь? Как Алексей, я надеюсь. Хуй знает, сейчас увидим. Опа.
как-то играли вместе, ну, там чуть ниже моего уровня. Вроде бы. Какая-то тресня видит. Пан просто контактировал. Если что, можем ванпост себе забрать, мы ему нахер не нужен. А алхимическое мастерское как раз пригодится. Ну а ванпост тут никому нахрен не нужен. Войд, слушай, можем... я могу взять внизу вот эту штучку, называется алхимическая мастерская. Забирай, пух. Внизу. Так, значит, я его заберу и там просто этот оставлю, потом пойду вправо. Ты вот это имеешь в виду? Да. Пойду. Она мне не нужна. Не стесняйся. Ох, понятно. Я, короче, буду с Артёмом херачить это. Да, Закотов против Артёма. Довольно-таки. Вот Питер забрал великий. Блин,
Войд, нафиг ты это делаешь? Иди на центр. Я? Мне только эта штучка нужна. Я пойду направо, кстати. А, окей. Ну там я обращаю. Я просто почти выкупил этот город, а ты его начал хуячить. Понял, ты, короче, мне пересрался. А, ну да. Блин, я оставил его с одним городом. Ну, красавчик. Как сказал. Сейчас на центре, сейчас буду. Блин, вот где мой разведчик? Удобные часовни вообще. Примечаешь их, куда хочешь там можешь поставить. Вот сюда может кто-то кинуть? Селебелла Украина. Промышленная может туда кто-то кинуть? Что? А кого кинуть? Промышленная кого? Сюда, чтобы крепость поломать. Я не могу. Я могу только так сделать. Нафига? Я не знаю, я думаю, это поломает. Я за квадлов вообще не играю. Блять, почему они не атакуют? О, пиздос, вот это точно не ожидал, что мочить. Ларкос, блин, грёбаный спидранер, блин. Так просто в страсти не хочу. Войд, помогай агенту, я центр буду держать, сам пытаться. Подкиньте 100 энергии, срочно. Кому? Мне, фиолетовому. Давай быстрее, пока не поздно. Да, спасибо. Ну какой-то тормоз, блин. Ох, блин, там Войд, ты помогай фиолетовому, да. Потому что он один не справится. Против... Все силы ведут на фиолетовом. Да-да-да.
Алексей, что, давай вместе протолкнем этого лавлета? Он нападает. Давай этот. Не, я просто подведу, наверное, свои войска. Да пусть то, что стоит там, пусть так и будет. Не подводи меня. Он отступает. Вроде подошел, но... Пошли, герой, заебашим. Казарма, агент. А, пурчку сделаешь. Пурчку кого-то. Сюда. Я даже убил, помоги тут отбиться. Начало. Где эта пурка? Спаси дожи моего. Ой, блядь, снимай крепость, он ее не даст. А, построилась, давай. Алексей, могу делать это, промышленное уничтожение. Давай, давай, давай. Отлично, отлично, вот. Красавчик, отлично, отлично. Так, куда? То, что мы снесли крепку, этот, блять, забыл. Забыл, как называется, господи. Так, ладно, подавляем дальше. Так, варим, чтобы вторую пушечку. Пушку вперед. Так, вот эта пушка-то пошла. Ай, что я найду тебя. Пушками по городу. Так. Пошли, пехота, пошли, пушки. Опа, если починю, что есть. Так, ну отлично, немного продавлено.
еще если учесть, что это Ларкоза, блин, который двух пределов ушатал. Ну, вдвоем, в общем-то, поэтому не знаю. Все, давай быстренько вперед, дальше. Все, у меня еще две пушечки еще есть. Леонардо, слышишь? А мне тут с другого фронта давят. Отводи пушку. А. Ну, просто пошли их на моего героя. Тихни. Все, не буду, не буду. Я знаю, сейчас что-то. Гаси героя, зерга. Так, подкинь, пожалуйста, с этим минимум. Срочно нужно. Боже, блять, я оказывается понял, в чем прикол. Я ковчег лишился. Так, ну и подкинь 100 тимулей фиолетовому. Да, да, спасибо. Помощь, помощь. Ай-яй! Поешь налево, у меня еще все зависло. Пушками по казарме. А ладно, уже не надо. Я уже ничего нету, чем по казарме. Так, проблематично. А он сдался. Сейчас. В смысле что? Че, один остался? В смысле что? Они сдались. Ну это потому что Артема продавили, видимо. Например, тебе пойти по центру, ты бы там весь центр бы захватил. Столько времени было у красного. Что-то слишком быстро получилось. Можно было города 3 захватить в самом начале, и они бы тебе даже не помешали.